Всем привет! День добрый, шановные глядачи! Так, и вас витаем. Да, в общем, с вами Хвостович Александр, Михаил Портнов и Микита. Сафроненко. Микита? Микита. Саме так. В чем собрались? Я хочу сказать, что это происходит у нас тут в офисе, а это Хвостович вот гостя привел. Значит, вот... Чего привел гостя, рассказывай. Ну, в общем, я хотел представить всем Никиту. Никита закончил недавно университет в Америке по специальности маркетолог. И, в общем, он непосредственно этим всем занятием занимается. И ушел в промоуты концертов для русскоговорящих бэйри, не только. Вот, поэтому мы хотели его немножко поспрашивать, насколько это востребовано, насколько это, я не знаю, может быть, даже где-то прибыльно, кого собирается привозить и так далее. Вот прибыльно мне нравится, да? Это... Да. Ну так, ну то мене звуть Сафронко Микита, і я тут знаходжусь. Я прийшов до вас в гості, і наразі я представляю українську громаду, але через те, що прийшов до вас в гості, то і глядачі більш російськомовні, то ми перейдемо на русский язык, щоб було більш понятно і більш як-то проще для вас. Українська громада, вона така громадна, Ну, есть. Скажем так, в Украине в Бейере живет около 10 тысяч. А как ты подсчитывали, что ли? Да, это можно зайти на сайт и посмотреть перепись. То есть люди сообщают, какое у них курение, я не знаю, как это сказать. Происхождение. Страна, да. Вот. Но если взять Сакраменто, то там выходит вообще 5% всего Сакраменто. Я знаю, Руслан... Из Славик Сакраменто подсчитывал, там выходило около 5% всего Сакраменто. А сколько есть... это там? Сколько там? 1100? Да, где-то в районе 65-80 тысяч. Вот, то есть... Но есть проблема идентификации. То есть люди украинцы, но люди не считают себя украинцами, считают себя гражданами Советского Союза. Такое тоже есть. Или... подобных славянами. Я вот тоже вот из СССР, например, я уезжал, тогда не было такого уж прям разделения. То есть я как-то больше в мозгу такой типа советский, чем конкретно вот это или это. Ну, а в Сакраменто там вообще очень большая баптистская, да. И евангелисты, пятидесятники, они считают, что они славяне. Вот, и это не имеет значения украинцы, русские, белорусы. То есть безгосударственное предложение. Безгосударственное. Главное, что есть Бог. Хорошо. А вот все-таки мы возвращаемся к, вот к этой концертной деятельности, которая то ли прибыльная, то ли убыточная. Но давайте я, как человек, который здесь давно уже живет, там 25 лет, я скажу, что концертная деятельность всегда существовала, вот сколько я здесь. Обычно происходило это так. Приезжали гости, ну, артисты, гастролеры, они приезжали из откуда-то оттуда, да? Не знаю, там, неважно, Россия, Украина, Беларусь, там, СССР. Ну, откуда-то. СНГ. Они оттуда приезжали. Кто-то их там подбирал в Нью-Йорке, организовывал. Эти люди, которые были в Нью-Йорке, у них уже здесь была какая-то сеть, вот там были какие-то люди на местности, которые продавали билеты. Я многих знаю, кто этим занимался. И дальше вот какой-то такой нетворк, какая-то такая сеть была. И, по-моему, они когда только начинали тогда, вот, это было все очень на волонтерских началах, потому что там в основном ходили пенсионеры, там по десяточке, по пятерочке, они там не в хороших залах собирались, а где-нибудь в школе. И вот так они там, я помню, мы тогда ходили первое время там на Куджау, там на Пугачева собиралась большая толпа там, или что-то. Они это очень мало зарабатывали. Они ехали сюда в начале 90-х, потому что там не могли заработать, там не было платежеспособного спроса, и даже спросы, даже эти 5-10 долларов для них были деньги. А, значит, сейчас мы видим, я думаю, что есть несколько таких организаций, которые, я не уверен, насчет конкурируют друг с другом, но во всяком случае параллельно существуют. И, они находятся в большинстве на East Coast, так. И в центре, там в Чикаго есть одна большая организация. Вот. Но каждый привозит своих артистов, своя аудитория, и люди, скажем так,
совершенно разные ходят на совершенно разные концерты. Ну вот наша, вы чтобы привести наша, кого-то, да, вы должны с кем-то договориться в Чикаго, в Нью-Йорке, как они вот до вас сюда доедут? Да, то есть есть человек в Чикаго, который летает, привозят артиста, допустим, в Чикаго, в Майами, вот как Дорнан, на самом деле, вот только что он приехал в Майами. Иван вот, Дорн. Да. Вот тут маленькая такая лежит, это что, ну... Брошюрка, да, ребята с собой принесли, вы тут ходили в школе оставить, да? Ну да, я, честно говоря, уже такой, я Маркса уже не знаю, лично, а этого я еще не знаю, лично так вот как-то я чувствую. Ну, мы надеемся, что в вашей школе есть люди молодые, есть. Которым будет интересен Иван Дорн, и я уверен, что они его знают, потому что... Буквально только что прошел концерт Boombox, и было достаточно много людей, в том числе наш верный слуга Саша был там. Вот, то есть много людей совершенно разных и совершенно разных возрастных категорий тоже. А он на какой мове спевает? На русском и на украинском. Более того, он был артистом года в России. В 2015 году. И альбом года... Ну, во всех сериалах его крутятся. Да, альбом года в Украине. Крутили. То есть... То есть популярный парень. Да, на СНГ работает. То есть концертов много, и он там делает тур, сюда приезжает опять же. То есть он в «Фабрике звезд» не участвовал? Нет, не думаю. У меня такой вопрос. В общем, сейчас мы, наверное, я поставлю заставочку, вот которую вы сняли, правильно, рекламный ролик. Вот, и мне интересен организационный момент, насколько все это дорого и тяжело сделать. В принципе, вызвать артиста оттуда сюда, я вот, например, не знаю, я не видел смысла. Я был здесь на концерте Басты, я был здесь на концерте... Руки вверх? Нет, руки вверх. Океан Эльзы. Okay. Вот, и интересный момент, я знаю, что там собирают там сотни тысяч. Это вы их собираете? Десятки тысяч. Десятки тысяч. А здесь они набирают зал, ну, может быть, там, я не знаю, 1600, я не знаю, ну, сколько. Но это в Нью-Йорке большие залы у них. Да, в Нью-Йорке огромнейший зал, на 5000 человек, то есть... Ну, как бы, разница в билетах, по-моему, не очень большая. То есть ли смысл, на самом деле, зарабатывали они на этом, учитывая, что вот столько вложено усилий, даже вот посмотрев рекламный ролик, можно понять, что этим занимаются. То есть тратятся деньги, неужели это все как бы окупается? Или они едут просто своих проведать? Ну скажем, если по каждому городу отдельно взять, то возможно это не настолько рентабельно. Но если взять в общем тур, то есть есть какой-то город, который просто... Нью-Йорк, Чикаго, да, отобьют. Я знаю, что Детройт очень сильно вот на украинские концерты, к нам приезжала группа ТИК украинская, и они только одним Детройтом покрыли половину всего тура. То есть, видимо, туда никто не приезжает, и они приехали, собрали все. Ну почему же? Туда, приезжают, да, но все равно, то есть, в зависимости от контингента и в зависимости от промоутеров, то есть, мы... Берем Дорна и мы делаем промоутинг по более молодым людям. Вот, если же приезжает там Пугачева, то мы не будем за это браться. У нас нету этой аудитории, то есть пусть этим возьмутся профессионалы, которые... Ну хорошо, но вот приезжает Дорн, у него... Просто мои воспоминания как бы о том, что я знаю на эту тему, они обычно начинают где-нибудь в Нью-Йорке. Потом они там движутся вот с того берега, там, может быть, где-то они в Майами занятят, потом они там пойдут в Чикаго, там Детройт, там Сиэтл. Последними будем мы и Лос-Анджелес. Из Лос-Анджелеса они уже домой полетят. Вот. В течение, допустим, там 2 недель они дадут 17 концертов или 18. И когда мы на них тут смотрим, я так уже прямо... Я думаю, боже, как же это люди вот с такой интенсивностью работают. Они не выглядят очень замотанными. Но я просто думаю, они профессионалы, понимаешь, они серьезно, они могут. Но я просто ужасаюсь внутренне, понимаешь, вот какая интенсивность и нагрузка какая и так далее. И вот Дорн, он тоже вот так вот будет вот на износ? Или как это? Ну, сколько городов? Более молодые люди как-то легче, наверное, работать. Да. Но у них будет 7 концертов. Вот. И вот за какой срок? С 9 октября, то есть, и по
18 октября, то есть последний концерт в Сан-Франциско 18 октября. Ну и, как вы знаете, завершающие туры, завершающий концерт, наверное, самый такой драйвовый. А где это происходит? В смысле помещения? В какой церкви снимаете или где это? Я думаю, что в церквях концерт не дайте столько, не церковный хор. Скажем так, не этот концерт. Я помню, что такое говорите. Я помню, как Карцев с Ильченко выступали в католическом заведение. Хотели в синагоге, но там места было мало. Так их сняли в католическом храме, тут вот недалеко. Очень сложно, скажем так, найти клуб, но мы совершили подвиг и нашли клуб Сан-Франциско. И сейчас ищем другие помещения для следующих концертов, скажем так. На апрель месяц мы ищем помещение, это очень сложно уже сейчас в ноябре. То есть не в ноябре, извиняюсь, в октябре. Угу. Вот, то есть просто все забито, потому что театральное помещение. А с паркингом как в таких местах? Вот Сан-Франциско там? В некоторых местах есть паркинг, в некоторых... Мы стараемся искать, вот скажем, клуб, там где будет Иван Дорн, то это City Nights. Он находится в центре Сан-Франциско, и там прямо возле клуба есть парковка. А вот такой вопрос. Вот, я не знаю, просто никогда не видел, но вот вижу картинку. Вот тут один человек, а тут целая группа у него. Да. Люди играют. Вот сколько их? Ну, скажем так, 5 человек, но... Еще, наверное, там, есть бэкграунд. Да, 5 на сцене. 5 на сцене. А вот помимо сцены, вот там, я не знаю, там что они там, свет вот. Да, это конечно, все. Это очень большая работа. То есть, кроме того, что есть вокалист, артист, uh-huh. который прыгает и бегает, uh-huh. вот там есть диджей, который тоже занимается всеми остальными uh-huh. эффектами. Тут же есть на ионике играют люди, на гитаре, возможно, играют люди, на басу играют люди. Вот, плюс еще сзади у нас стоят звукорежиссер, свет. Сзади-то он чего? Ну, а, ну, ему надо на пульте смотреть, ну, да, все это дело. Вот, и свет, и это на самом деле не просто концерт, это шоу, потому что там будут еще и лазерное шоу, и там туман, все дела. Вы мне скажете такую вещь, из-за кулис, как бы сказать. Ну вот они отпоют, там их там целый коллектив, они же потом, это же не то, что один там по черному стакан делит, они потом у них есть там, ну как-то для местного актива, на своих. Как-то там и корка, вот, кстати, у меня в холодильнике, ну это ладно, принесли килограмм, принесли. Полная ванна. Надо не забыть. Черная? Нет, красная игла, хорошую принесли из Аляски, $55 килограмм. Скажите, хорошо, что вы напомнили, это жена бы ругалась, я надо занести домой. Да, это напомню мне. Напомню. Про икру не забыл. Да, значит, вот, ну там есть у них как-то это культурно? Чтобы... Да, культурная программа, то есть везде, на самом деле, куда приезжают артисты, всегда mm-hmm. есть комьюнити, там русскоязычные, украиноязычные, mm-hmm. с кем они хотят встретиться и... А вот нет такого, что там приходится достопримечательность. Парень симпатичный, вот от девок отбиваться приходится, они там или наоборот налетят. Да, и... уже поступали предложения. Ну, познакомиться. Ну, да, да, да. Ну это занад. VIP-тур, ну. Да, VIP-тур. То есть, ну это, скажем так, это спонсорство. Ну, охрана есть какая-нибудь? Да, конечно. У нас есть прекрасные волонтеры наши, украинские волонтеры, да, казаки такие. Вот, которые готовы отбить любого, Мне подарили в Киеве, гастролировал в Киеве 2.5 года, и мне подарили такую керамическую табличку, и там такой казак, и такая гарна, жинка, вот, и там надпись такая хорошая, у гарного козака, и жинка, как квиточка, или квиточка. Квиточка, да. Ну, такое. Но на самом деле... Гарные казаки, там, и у них жинки, квиточки. Мы готовы работать в плане спонсорства с почти всеми, кто в этом заинтересован. То что есть, такое спонсорство? Есть бизнесы, которые хотят быть представлены. Рекламу дать. Да. На наших концертах, то есть это же русскоговорящая комьюнити, это украинская комьюнити. Вот, то есть все, кто хочет... Пожалуйста, мы открыты. Армянская большая комьюнити грузин. Да, да, да. Ну, опять же, в этом, в Лос-Анджелесе. Но есть спонсоры, кто-нибудь рекламу дает кто-нибудь? Да, мы будем работать вот на этом концерте в Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско с такой организацией, называется «Спарта».
Вот, то есть это такой СНГ-шный проект, который... Это не те ребята, которые дискотеки на пляжах устраивают? Нет, нет, они занимаются больше подготовкой парней к... Ну, чтобы парни были более мужественными. Вот, то есть, довольно-таки интересный проект у них. Семинары на 3 дня. Спарта. И вот начинается тоже 18 числа. С 18 по 21 в Лос-Анджелесе будет проходить семинар. Первый, насколько я знаю. Проект очень успешный в России. Слушай, интересный. Такой вопрос. Вот, значит, можно ли еще купить билеты, сколько они стоят и вообще как их купить? Какой диапазон вот, в цене билетов? Разброс цен. Сколько в Америке сходить на артиста? Потому что вот, я, допустим, ходил на Басту, то есть я смотрел концерты, это 1000 людей, а там я просто в первом ряду и даже недорого как-то вышло. Сколько? $70, потому что так. Ну, как бы, ну я был вот. То есть он у меня телефон взял, он поснимал вокруг всех на сцене и телефон вернул мне. То есть, ну как бы это вообще. А зачем снимал-то? Ну вот для фишка тебя? Такая. А, окей. Для меня, да, конечно. Поставишь тех. Да, этот человек знает. Давно уже смотрю за тобой, слежу. Канал у тебя классный. Слушай, мы по $75 вот на днях заплатили за Дмитрия Быкова. И он там... Я тоже взял билет на Быкова. Вот он 1.5 часа, как, он уже прошел. А не в пятницу? Может, он снова, я не знаю, за свое, но тут он только с самолета был. Про Высоцкого. Ну, про $75, и там, ну, и он, собственно, там, не то, что там оркестр с ним какой-то был, нет? Он сам собрал. Нет, Быков хитрый, он просто... Ну всех, да, всех не нужно, кому надо платить, он их того. Ну, у нас цены на билеты на Торна были раньше -25% скидка, то есть без убытки, пресейл. Был по $40, на данный момент по $60 мы продаем билеты, и на входе будет еще меньше. Так меньше что... или больше? Меньше? Ну, я извиняюсь, больше да. Okay. Вот, и... Что-то я не вижу на флайере, где купить. Все покупают билеты на сайте Fish Can Fly. А, Fish Can Fly. Fish Can Fly. Рыба может летать. Fish Can Fly. Знали, что рыбы могут летать? Какое-то большое название. Ну, зато с идеей. Fish Can Fly. Okay. Подожди, это вот это ваш сайт или еще чей-то? Да, это наш. Ну, как бы. То есть ваши мероприятия все там идут? Мероприятия по всей Америке идут там. А, это более широкий, чем локальный. Да, ну то есть мы локальные, мы есть организация, называется Ukrainian American Coordination Council. Это украинская организация, нон-профит, которая занимается всеми украинской диаспорой в Северной Калифорнии. Mm-hmm. Вот. И по всей Америке тоже. Мы один из бренчей. Ты понимаешь, а все на евреев валят, ты понимаешь? А все украинцы. Ну так слушайте, кто вам мешает? Вот, мы как бы объединяемся. Я тоже помню, у меня бабушка, я помню. Идем с ней на рынок, я еще маленький был, приходим на рынок, и там она говорит, там, вы, говорит, откуда? Она говорит, ну, там, с Полтавы. Она говорит, ой, это я же украинка. И переходит на украинский, она правда, она из Кременчука была, и она так свободно говорила, ну, это я же украинка. Ну, вы тоже неплохо знаете что-то там, если надо, да? Ну, слышал пару хохмочек. Да. Вот, нет, то есть билеты на сайте Fish Can Fly. На данный момент $60. Фишкин получается. Фишкин. Фиш. Да. Ссылочку, короче, на билет в описании под видео. Можете перейти, купить и сходить на Дорн. Еще раз, число какое он тут? 18 октября. Клуб City Nights в Сан-Франциско. Ну как? Вот. Хочется спросить, какие творческие планы? Во-первых, что было последним, там парочку, и что у вас вот. Кстати, да. Что у вас впереди? Вот я хочу понять. Какого плана у вас народ? Ну, у нас уже проходили концерты Скрябина, если вы... Мы начали, на самом деле, с концерта Скрябина. Тот Скрябин или еще какой-то? Да, тот Скрябин, который разбился, к сожалению. А, нет, я имел в виду... Ну, неважно, да. Вот, так. И следующие концерты у нас были Океанезы, вот украинские концерты. Это известные, да? Вот, да, очень много. 1500 человек было на этом концерте. И потом автопати еще было, то есть можно было пообщаться, вопросы позадавать. Так хорошо, вот, а вот вы про ДДТ что-то говорили. Ну, я расскажу дальше. То есть у нас были концерты там Тика украинского, не состоялся концерт Ануки, к сожалению, не дали визы. И вот в этом есть сложности, в
том, что не всегда дают исполнителям визы, потому что нужна специфическая виза, а не просто туристическая или же бизнес-виза. Mm-hmm. Вот. А дальше у нас идет Дорн, потом идет Ляпис Трубецкой. О, круто. Со своей новой группой, новый проект Брута. Вот. Это они откуда сами? С Беларуси. С Беларуси. Вот, батька их отпустил. А он вроде же украинское гражданство просил, нет? Или это Да. Батька попросил. Батька? Говорит, а давайте мне и Украину, у вас там наведу порядок. Не, мало, фамилия такая, мог бы и попросить. Вот, ну да. Брута. В Европу, что вы его. Брута, Ляпис Трубецкой будет в феврале месяце. Я думаю, так на 14 февраля где-то ориентируемся. И опять же, билеты можно будет купить на сайте Fish Can Fly и на наших страницах в Фейсбуке. Вот. Почем планируется на ДДТ стоимость билета? И дальше в апреле будет ДДТ. Угу. Пока что в планах, пока что ничего не могу говорить, но говорю, что будет. И мы верим и надеемся. Круто. Хочу интервью с ДДТ записать. А вот который черный бумер. Серега. Да он не сдулся уже, по-моему. Сдулся? Я что-то не видел. Хоть, а девушка с ним была кудрявая. Девушка запомнила, он этого не запомнил. А я не знаю, девушка, я не помню. Ну, очень классная, они там вместе иногда. Это, наверное, была елка какая-нибудь или еще кто-то. Ну, Сереги там что-то. Я пользуюсь тем, что у меня память отшла. У них много девушек. Да, ну, в общем, тур по всей Америке, и в том числе и Канада. То есть артисты приезжают и едут в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, и всегда, всегда находится свой зритель, скажем так, и всегда есть желающие, которые хотят пойти и послушать музыку ностальгическую, скажем так. Вот когда это все происходит, это ваша инициатива «Привезите нам там Васю» или это вам говорят, значит, приезжает там Коля, значит, не желаете ли принять? Пора договориться о том, чтобы какой-то исполнитель приехал, опять же, на корпоративы, возможно. То есть... Друзья, если кому-то некуда девать бабки. Или кто-то хочет заработать. Или вот он хочет заработать. У нас очень часто вопросы такие задают. Знаешь, вот говорят, вот если я приехал в Америку, есть там 15 тысяч, как вложить? Ну, один способ мы знаем, это поле чудес в стране дураков, там можно закопать. В лотерею можно, да. А можно вот вложить в артистов, в искусство. А какой инвестмент? Вот, допустим, человек говорит, вот я готов вложиться, привести кого-нибудь и, может быть, даже заработать. Вот это о каких суммах речь идет? Ну, скажем, гонорар артиста на корпоратив, может быть, вот 10 тысяч долларов. Так а где инвестмент-то? Да. Это только изначально. Кроме того, что. А, не инвестмента мы не делаем. Нет, вы хотите, кто-то хочет вложиться. Если вы хотите вложиться как компания и потратить. Если вы хотите потратиться. Я понял, вложиться. Когда я говорю вложиться, это как бы. Разные понятия. Как бы вот эта вот разница между себе стоимостью и тебе стоимостью. А тут, значит, получается, что. Вот. Мы всегда рады организовать корпоратив, ивент, то есть заняться именно музыкальной частью этого. Слушай, у меня такой тоже вопрос, раз о деньгах пошло. Вот, если не секрет, ты как бы. Из маркетинга ты пошел осознанно, я так понимаю, потому что ты образование там получил. Ну, в том числе. А сколько у тебя вот самого получается зарабатывать с этого? То есть есть ли кому-то смысл, если кто-то хотел бы этим заниматься в Лос-Анджелесе, вот пойти в эту стезю и вообще, ну как бы, какие перспективы? Начать очень сложно, потому что нужен networking, вокруг тебя должны быть люди, у тебя должна быть дата-база, но если у тебя она есть, то это довольно-таки просто. Куда продавать билеты. Да, да, да. Но по деньгам сложно сказать, в зависимости от концерта. Но это твоя основная деятельность или ты еще что-то кроме? Нет, моя основная деятельность, это, можно сказать, хобби. Хобби. Итак, в большинстве случаев у всех, кого я знаю, кто занимается именно промоутингом и организацией концертов. Ты должен специализироваться. Либо у тебя связи в артистическом мире, ты можешь договориться и привести кого-то. Либо у тебя много подписчиков. Потому что там у ребят много предложений. Знаешь, они тоже не с каждым и так далее. Значит, либо ты уже можешь собирать аудиторию,
тогда это как бы совсем другое. Ну, артисты тоже, когда едут сюда, они понимают, что они хотят заработать намного больше, чем они могут заработать где-то в СНГ. А тут нефть упала! Реализацию. Знаете, что у меня про бизнес начал? Я вспомнил анекдот, как едет в старые еще времена, когда вот едет еврей в Израиль, его шмонают в аэропорту, открывают чемодан, и там полный чемодан, такие, знаете, продавались вот такого формата, продавались большие, на хорошей бумаге, изумительная полиграфия, портреты членов Политбюро ЦК КПСС. И там их штук 27, там их много. Он едет в Израиль. Он едет в Израиль, и у него полный чемодан в наборах портретов членов Политбюро. И вот, значит, этот разговор про бизнес, ему говорят, а что это, зачем? Он говорит, я имею коммерческую идею. Вот какую идею? Ведь хочу открыть тир. Хорошая идея. Тоже случай. То есть это все-таки это разговор, это вы сейчас апеллируете к тем, кто в Америке. Да. Да, конечно. Не, по приколу, наверное, можно из России билет купить, но как бы чисто на память. А сейчас люди спросят, скажите, если я куплю билет на ваше мероприятие в Чикаго, мне визу дадут? Скорее всего. Что же, значит. И, еще раз, какого числа? 18 октября в Сан-Франциско. День недели какой? Это воскресенье. Okay. 17 воскресенье. А вот народ из долины едет или только из города? Да, уже... нет, конечно. То едет. Есть люди едут из Сакрамента. Из Сакрамента. Да. Вот. И я знаю очень много людей. Так вы бы там выступили? Можно сделать карпул. А чего бы вы ему не выступите из Сакрамента? Там столько народу. Не такое брендовое место, как Сан-Франциско, я думаю. Правда? Ну, а что, никто не знает, что такое Сакраменто, в принципе. То есть, кроме тех, кто живет в Сакраменто. Там полно народ с Украины. Ну, я там согласен. Да. Это не Сан-Франциско. И Украина, и Россия едут, да. А Сан-Франциско готово. Вот. Но я думаю, что в дальнейшем мы будем делать в нескольких городах, то есть в Силиконовой долине. Мы стараемся делать не в Сан-Франциско, а именно где-то в Редвуд-Сити, чтобы народу было ближе. А вы это, вы холостой или у вас есть там семья, там детки? Ну, я работаю над этим. Ну да, то есть я просто думаю, откуда время у него, понимаешь? А, ну да, нет, да, то есть да. Кроме работы, вот это занимаемся волонтерством в украинской диаспоре. Как люди узнают, что есть концерт? Вот я, например, обычно прихожу в русский магазин, вот там, там самовар. И там висят эти афиши. А сейчас и там уже билеты продают. Через Facebook. А ссылка на покупку билетов в том же статье в Facebook. А Facebook где? Facebook в интернете. Нет, не в этом дело. Ну, как я в Facebook узнаю, что есть такой... Ну есть группа, сайт, русские, да, есть сайт, называется Fish Can Fly, и есть страница Fish Can Fly. Нет, сайт, ладно, в Facebook как узнать? Группы русские всякие. На самом деле мы там есть ивент, на котором приглашают всех русскоязычных, и мне вот вы ничего сидите. Не видите. Да, как-то вы не попали нет, в нашу аудиторию. Нет. Ивана Дорна. Меня иногда включают в какие-то группы. Знаешь, у меня есть там несколько своих, там, может быть, три, там, я не знаю, где я состою. А дальше какие-то хулиганы меня все время какие-то группы включают. И я периодически там раз в две недели прихожу и отовсюду отписываюсь. Что за группы, Михаил? Я даже не знаю, каких-то людям делать нечего. И я не знаю, я же не смотрю, что за группа, но я просто вычеркиваюсь оттуда и ставлю, чтобы меня больше нельзя было туда включить, такую блокировку, потому что очень много, вот то, что называется, абьюз, злоупотребление. Ну да, понимаешь, есть масса людей со своей аджендой. У меня на форуме человек, на канале, человек сегодня написал, и он говорит, что вот есть очень много людей, там у меня тема была, что надо своими делами заниматься, потому что это единственная продуктивная активность, потому что если своими не будешь заниматься, то уже никто не будет. И там парень пишет, что сейчас вот очень много есть людей в сети, которые заняты исключительно тем, что они что-нибудь вешают. За тех или за этих, это не важно за каких, но... Тролли, типа боты. Ну фактически они троллят. Фактически они троллят, потому что они со своей аджендой всюду ходят. И все это вешают. Одни и те же комментарии. Их, естественно, банят там. Ну, картинки, ссылки там на то. Я все время получаю. Но я как-то. Я к чему хочу сказать, что они как-то самовыражаются. Это безусловно, форма самовыражения для людей. Они, может быть, не могут пойти там куда-то на митинг. Но они вот. В интернете. Они в интернете, да, за тех или за этих там, или что-то. Я не знаю.
Мне кажется, что уже никто этого не смотрит и не читает. Оно нет, все игнорируется. Оно все так. Насколько это приелось, что ты помнишь, как плевать? А вы, наверное, не застали время? В 96-м году сколько лет было? Я не помню. Я упомню, условно, детский садик. Детский садик. В 96-м году, когда интернет стал вот тем, что мы сегодня видим. Там странички, каждый может зайти туда-сюда. 96-й, 97-й, 98-й. Угу. Всюду были баннеры. И баннеры, это было что-то, ты знаешь, баннер, вот я поставил баннер, сейчас баннеры, на них кликают, раз, наверное, в 200 меньше, я за число не отвечаю. Но их уже не замечают. Их уже вообще никто не замечает, да, понимаешь? Внимание. Поэтому вот этот вот спам интернетовский, с этими ссылками, с видео, с страничками, там еще что-то. Давай хорошо, давайте мы тогда, заворачиваясь, значит, скажем так, что вот... У нас прошла на канале информация, значит, с веб-сайтом. Я дам ссылочку на веб-сайт, я думаю, что вот этот Фишкин Флай, так его трудно проспелить, значит, мы его... Вы мне оставьте одну, вот, чтобы у меня была. Значит, я ссылочку дам, там, с точки зрения там, концертов, интересов и так далее. Про Дорна ничего не знаю, я прям такое ощущение, сейчас, наверное, вот они уйдут, я пойду послушаю на YouTube, потому что мне как-то неудобно даже. А еще, знаете, бывает, там говорят, ой, говорит, Михаил, он чисто как вот там, ну вот, когда с Джо Дассеном сравнивают, я хоть знаю, о ком речь. А то там еще что-нибудь скажут, и я думаю, блин, вот, хоть иду там картинку посмотрю, знаешь, там, Эл Пачино, говорит, какую. Каждый живет в своем. Да, я почему, говорю, да? Что мы какую-то такую вводную информацию дали, поэтому, если у кого-то будет какой-то более устойчивый интерес, а вот я не знаю, вот телефона нет, или только вот веб-сайт и все, да, вот если там есть веб-сайт, там есть телефон, но он, скажем так, работает в других целях, более customer support. Телефон. Да. То есть не звоните, короче. Веб-сайт есть и все. Да. Подождите, а вот вас есть в русском магазине? Я извиняюсь. Что что? Ваша афишка висит в русском? Да, конечно. Нет, мы... Русский язык трудно. Да, значит. Да, но сам я из Днепропетровска. Да, да, да. Афишка есть. Несложно. Афишка есть? Московский этот сленг. Везде развесили по БЭРи. Опять же, мы готовы работать со всеми. Слушайте, а вот из этих, кто по БЭРи, где вы развешали, кто лучше продает билеты? А мы не продаем билеты. Распространяет. Не распространяет. А что у вас? У нас все на веб-сайте. 21 век. Мы продаем через Facebook. Если я пришел в магазин, в русский, и там висит афиша, я не могу тут же билеты. Надо идти на веб-сайте покупать. Да? Нет? Нет. На веб-сайте у нас и продается. Это новые технологии. Пришел. Приходите на наш концерт Ивана Дорна. Окей. А зачем же тогда магазин вешает афишу? Чтобы знали, как на сайт прийти. А магазин у нас этого что? Ничего. Только если это патриот. Там с трезубцем. Нет, люди всегда знают, что когда они идут в магазин, они увидят афиши. Ну, то есть... и купят билет. Онлайн. То есть мы еще помогаем магазину, привлекая людей. А, то есть люди идут в магазин, чтобы узнать, что есть, что нынче культурно никого такого. Что есть... Вопсы. Да, ну я понял. Это неожиданная технология. Вот, так что приходите на концерт Ивана Дорна 18 октября, клуб City Nights в Сан-Франциско, рядом паркинг, билеты можно будет купить опять же на дверях. Там бар-то есть, пиво. Да, там огромнейший бар и огромнейший клуб, и что самое главное, 18+. То есть во многих клубах 21+. Можно я уточню вот чисто из опыта? Вот там не будет такого, что вот сел там по центру зала, а потом раз, первая половина встала и пляшет. И мне сцену, там не, все пляшут. И мне сцену не видно. А да, сидящие места на admission. Балконах. А? General admission. Михаил, там концертная площадка, первый этаж, там танцуют все. Клуб. А второй этаж, там уже сидящие места. То есть кто сидит, то есть там нет зала, где сидят? Нет, это вверху, не театр, на балконах. Да. А, ну то есть никто не будет перед носом скакать? Все будут скакать. Все будут скакать. Но я уже не буду сидеть тогда. Я тогда уже пойду на балкон. На балкон, да. И буду оттуда, там, может, видео снять. На балконах специально стоят самые красивые девушки. Да. И они там танцуют, чтобы привлекать людей. Ну, хорошо. Профессия называется BJ. А то я однажды вот так, я рассказывал, на ДДТ концерте был.
Мне испортились все впечатления. Я сижу, никого не трогаю. Они тут скачут. И мне не видно мужиков с гитарами. И я думаю, что половину зрелища-то. Я же не их пришел смотреть, как они танцуют. Не переживайте. Танцевали безобразно. Не переживайте. Вот. На нашем концерте... Некоторые выходили в проход и там очень хорошо плясали. А эти вот то, что между стульями... Михаил. Да. Я вас уверяю, что на нашем концерте в апреле так. будет театральный зал, так. где все будут сидеть, потому что программа предусматривает поэт. Я буду спонсором приезда ДДТ в обмен на... интервью с Шевчуком. Ну подожди, что за интервью? Подожди, не совсем так. Не то, что интервью, а вот культурно. Они все равно культурно сядут потом отметить. Приезд Сан-Франциско очередной, да, и мы так вот, автор-парти, вот мы там сядем культурненько, запишем там, там ребята все что-то скажут там, пусть даже матерком мы напишем, чтобы дети не смотрели, вот, и будет такой хороший концерт. Ну, я согласен, это VIP-пакет нашего спонсорства. Уже ободрать хотят, я еще... Но... Я еще и кошелек не достал, да? Друзья, я тогда на вас стоимость... туда. Соберем с подписчиками. Да, ну, вот, заведем да, платный, смотрите, платный канал. Там, сделаем канал платный за доллар. А Михаил потом расскажет свои впечатления. Ну так видео же. Как впечатления? Мы снимать будем. Ну да. Да, эксклюзив. Ну хорошо, посмотрим. Вот это, видите, кончилось на высокой ноте. Да. Хорошо, ладно. Все, всем спасибо. Ссылочки в описании. Как его Путин говорит? Тебя как зовут-то? Он говорит, Юра.